это система микротомографии Prodis Compact, полностью наша отечественная разработка. Что такое микротомография? Ну, вы наверняка все делали обычную томографию. Вот примерно то же самое, но только в несколько раз выше качества и дольше. Ну, потому что на человека много рентгена давать вредно, а железяки, по-простому говоря, неинтересно, да? То есть мы берем почти любой объект, композитные материалы, электронику, 3D-печать, геологические керны, засовываем микротомограф, 10, 20, 30 минут, и у нас получается полностью объемная 3D-модель. Здесь как раз не так давно ребята снимали матрешку, классика, наша, отечественная. Три слоя дерева, видно даже бумагу, которая как наполнитель используется, видно срезы дерева. Это вот такая достаточно интересная, ну, нестандартная задача, да. И плюс данный микротомограф недавно решил мою мечту детства. Мы взяли киндер-сюрприз и, не распаковывая его, посмотрели, какая там лежит игрушка. Это прям, был бы я ребенком, обязательно бы себе его приобрел. Тоже состоит из рентгеновского аппарата, детектора. Все это в свинцовом кожухе для того, чтобы человек не боялся рентгена. А внутри вращение объекта на 360 градусов происходит. То есть вот, мы ставим сюда любой объект, он вращается на 360 градусов, и дальше программное обеспечение уже позволяет нам вытащить 3D-модель, сравнить ее с оригиналом или найти что-то нестандартное, какой-то сложный анализ методом конечных элементов провести. Все гениальное просто.